Доброе утро. Веревку, то сейчас должно произойти чудо. Чудо не произошло. Вы подвязали веревку немножко не туда, куда надо было. И у нас проблема. Да, вы потому что не подвязали дырочки, а не к перекладине. А и куда надо? Сейчас, придержи. Давай. А, надо к перекладине, которая там. Да, потому что она не перевернулась. Видишь, я как не перевернулся. Полностью перевернулся. Макс, якорь чистый? Якорь чист. День нашего похода парусного, и мы доехали так, что, как сказал Игорь, а море кончилось, впереди земля. Собственно, вот позади меня земля, я не знаю, куда мы приехали. Там уже земля, Марина Зия, и ребят начинают собирать паруса, и мы сейчас будем швартоваться. Мы пришли на базу, в базу Марину, и маринеры, сотрудники этой чартной компании, они нас сейчас заправляют дизелем заново. Лодку заправили, лодку осмотрели, мы сказали, что было сломано. У нас было там сломано пару маленьких деталюшечек. И вот бейс-менеджер. They have a very nice trip this week, and I suppose that these guys will come again. Thank you. Thank you. It was a very nice trip this week. And we suppose that we come back again. With the same boat, so you leave immediately. Only the same. When your company will buy a new model, okay? 50. All right, why not? We have a 51 power also. Все, теперь мы идем в офис компании для того, чтобы отдать документы. После этого официально мы сдадим полностью лодку. Нам должны вернуть депозит. Должно на этом деле все официально закончиться.
после этого мы можем оставаться на лодке до завтрашнего 9 утра. А, единственное, я останусь здесь где-то до половины четвертого, потому что потом у меня ранний перелет. Будем ехать ночью на такси. Сейчас мы сдадим лодку, радуемся жизни. Может быть, какой-нибудь ресторанчик, может быть, на борту поедим. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Все было очень хорошо, техническое состояние лодки было замечательное, а у нас никаких не было к ней претензий, все, правда, получилось очень хорошо и здорово. Плавание окончено, экипаж на берегу, лодка ошвартована, команда к разграблению города, ну окей, без разграбления города, экипаж доволен полностью походом, мы довольны лодкой, нам в последние буквально 2 часа похода удалось еще очень классно, здорово покататься под парусами. Суперски, лодка нам понравилась. Катамаран действительно хороший. Это Леопард 45. Ходки. Мне он понравился даже больше, чем предыдущая модель 444, которая была. У меня это не то чтобы типичная неделя. Я все-таки обычно выступаю сам в роли капитана. Здесь я был в качестве сейфти-шкипера. Поэтому у меня было чуть больше времени на то, чтобы показать, как этот весь процесс происходит. Вот как мы ходим, как мы встаем на якорь, как мы швартуемся, как мы отдыхаем на воде. Вот то, как бы, что и есть, собственно, сам себе яхтинг. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, я буду делать новые видео. Если что-то не нравится, пишите в комментариях. Если что-то нравится, тем более пишите в комментариях. Я очень люблю, когда меня хвалят, разумеется. Зимой, в январе, я иду на Канары, и у меня есть пара свободных мест с 13 по 23 января. Это будет катамаран Бали 4.5, то есть это тоже 45 футов. Мы стартуем с Тенерифа и заканчиваем тоже на Тенерифе. Погода обещает свежую, я бы сказал, прям такой, ветра будет много, это океан, поэтому одеваться надо тепло. Но у нас будет большая насыщенная береговая программа, мы, разумеется, полезем на гору, на пик Тейде. Мы будем кататься на машинках, мы будем гулять сами по себе просто вот по лесу. У нас будет много-много разных интересных приключений. Хотите со мной пойти в такое путешествие? Пойдемте, записывайтесь, присылайте мне на почту, присылайте мне в WhatsApp. Все контакты для связи я обязательно укажу у себя здесь внизу, вот как это положено вот здесь вот внизу, да. Я буду очень рад, если вы мне напишите в комментариях, что вам понравилось из этой недели, что вам не понравилось. Я старался делать, чтобы все ролики были немножко разные, по крайней мере, по мне они кажутся немножко разными. Буду очень рад, если вы мне напишите, какой формат вам понравился больше. Понятно, что всем хочется, чтобы была суперская картинка, был красивый монтаж, чтобы было все здорово, еще было очень познавательно, информационно привычные мои учебные ролики. Честно скажу, что у меня сейчас было время делать хоть такие вот длинные ролики, только потому, что я был сейчас в роли сейфти-шкипера, а не капитана. Поэтому, разумеется, у меня будет сложнее в следующих походах так много посвящать себя съемкам таких роликов. Но я постараюсь найти какой-то компромисс, особенно опираясь на ваше мнение. Поэтому мне, правда, оно важно. Пишите. Хватит болтать. Короче, удобного ветра. Пока-пока. Так. Все, вот теперь... Кричите. Теперь можно кричать. 1 ноября! 1 ноября! 1 ноября! 1 ноября! Так классно! Вот это яхтинг! Это сейлинг, который мы любим. 1 ноября, а девочки купаются. Мы очень любим. Мы